Как можно развить в себе бескорыстную любовь? Человек не может развить в себе бескорыстную любовь. Бескорыстная любовь передается от того, кто бескорыстно любит. Если ты полюбил человека с бескорыстной любовью, ты станешь бескорыстным. Сам человек не может быть бескорыстным. Это невозможно, потому что мы хотим жить, мы хотим есть, пить, дышать. Это все корысть. Наша жизнь просто нацеливает нас на себя. Но если человек думает постоянно о святом человеке, он забывает про себя, про желание жить, пить, есть, про все забывает. Ему хочется только делать добрые дела и все в жизни. Это называется бескорыстие. А корысть означает некогда. Человек нацеливается на себя, потому что так действует судьба. Человек нацелится на святого, потому что судьба побеждена. В этом суть жизни.